Добрый вечер. В эфире «Вести Карачаево-Черкесия», в студии Руслан Жукаев. Сегодня в сквере по улице Даватора в городе Черкесске в преддверии 105-летия пограничные службы открыли аллею прославленных россиян, защитников государственных границ. Это стало возможным благодаря реализации национального проекта «Жилье и городская среда». На торжественном мероприятии побывал наш корреспондент Артур Мхце. Эти кадры репортеры «Вестей» снимали в Черкесске примерно год назад. В то время уже было известно, что продолжение сквера по улице Даватора участвует во всероссийском голосовании в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Жители региональной столицы проявили активность за благоустройство двух представленных проектов, в том числе за преображение аллеи около погрануправления по Карачаево-Черкесии. И вот в преддверии очередного юбилея службы горожанам представили новый улучшенный облик знакомого многим места. Во время торжественной части было зачитано поздравление от главы региона Рашида Тимрезова. Сегодня летопись нашей республики. Мы с вами вписываем еще одну знаменательную страницу. Открываем аллею пограничной славы. Я уверен в том, что благодаря зримым воплощениям мужества, героизма и самопожертвования удастся сохранить и передать будущим поколениям частицу истории, самое великое, что есть у народов, память о подвигах предков. Это знак памяти всем тем, кто проявил отвагу и мужество, истинный патриотизм, те, кто с честью выполнили свой долг перед Родиной и народом. Мы надеемся, что аллея станет местом встречи пограничников, местом воспоминаний, единения. Здесь собраны или установлены бюсты ветеранам, погибшим в разное время, служившим в разное время в пограничных войсках. Но главное, трое из пяти установленных бюстов служили здесь в составе нашего пограничного управления. В свое время Сухумск, когда он был Сухумским пограничным отрядом, Черкесским пограничным отрядом, он сейчас пограничное управление. Благоустройство аллеи, разумеется, не ограничивается установкой бюстов защитникам рубежей Отечества. Здесь обновили тротуары. Вместо асфальта уложена плитка. Установлены бордюры, лавочки, фонари. Кроме того, в следующем году предполагается поставить на аллее памятник пограничникам всех поколений и стену памяти с именами земляков, которые в разные годы защищали границы нашей страны. Артур Мхце, Али Бастанов, «Вести», Карачаево-Черкесия. В управлении Росгвардии по Карачаево-Черкесии прошел брифинг, на котором журналистам рассказали о правилах хранения, ношения и транспортировки гражданского оружия в нашей республике. Заместитель начальника ведомства, начальник центра лицензионно-разрешительной работы Эдуард Чумаев рассказал о том, какие требования предъявляются к тем, кто желает получить или продлить право на наличие оружия для охоты или самозащиты. Изменился ли после начала СВО порядок получения разрешения и какова статистика отказов? Наша работа в основном, первое, это мы предоставляем госуслуги, рассматриваем, в рамках 210-го федерального закона. Второе, это своевременное выявление лиц, у которых возникли обстоятельства, исключающие дальнейшее владение оружием. То есть аннулирование в каких, это, у него какие, в основном, какие возникают обстоятельства. Совершение повторно в течение года административное правонарушение. Получение судимости. Основной момент. Больше. МЧС информирует о сильных осадках в Карачаево-Черкесии, также град и усиление ветра. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь и гроза. В отдельных районах сильный, с градом и шквалом до 23 метров в секунду. Ветер западный 6-11 метров в секунду, температура ночью 10-15, в горах до плюс 9, а днем 21-26 градусов тепла и местами до плюс 17. В Черкесске кратковременный дождь и гроза, ветер западный 6-11 метров в секунду, температура ночью 13-15, а днем 22-24 градусов тепла. Экономьте с умом. Качественные окна по низким ценам. Скидка 47%. Замер бесплатно. Оконный комбинат. 8-938-333-9200. –
Редкие монеты и банкноты из фондов Музея Банка России. В картинной галерее открылась фотовыставка «Время и деньги». Посетители найдут ответы на множество вопросов о эволюции денег. Перенеслась в прошлое вместе с гостями выставки Альбина Ламкова. Мы открываем выставку «Время и деньги». События, люди и нравы разных эпох неизменно оставляли свой отпечаток на денежном обращении. К примеру, Россия была первой и единственной державой, которая начеканила платиновые деньги. Произошло это во время правления Николая I. Изготовил их предприимчивый купец Демидов. Эволюция денег, начиная со времен правления Ивана Грозного до наших дней, богатая. Посетители ознакомились с банковским оборудованием, которое используется для обработки и хранения наличных денег. Узнали, как раньше пересчитывали крупные суммы наличности и как это происходит сейчас. Вся история представлена на стендах. Экспонаты необычные, собранные силами сотрудников отделения Банка России по Карачаево-Черкесии. А вот здесь представлен стенд 5000-х купюр. 5 миллионов легко можно удержать в одной руке. 50 миллионов уже понадобится 2. А чтобы унести 1 миллиард, нужна будет помощь. Выставка проходит в нашей республике впервые. Пришли увидеть уникальные экспонаты не только взрослые. Особенности денежного обращения в разные исторические эпохи, процесс изготовления монет, пересчет и защита денежных знаков вызвала интересы и у детей. Как тебя зовут? Рауль. Рауль, скажи, тебе интересна история денег? Да. Что ты сегодня узнал? О деньгах. При непосредственном участии отделения Банка России выпущено в обращении 3 памятные монеты. Они тоже были представлены на выставке. Особое место в экспозиции занимают монеты, посвященные Карачаево-Черкесии. Также мы представляем несколько интересных экспонатов, которые собрали сотрудники нашего отделения. В целом организация такого достаточно крупного мероприятия – это часть масштабной работы, которую проводит Банк России в рамках историко-культурного просвещения. Гости выставки увидели фотографии необычных предметов хранения и транспорта для перевозки ценностей, древние и редкие деньги. Смогли проследить становление счетной техники от простейших устройств до современных комплексов. Надо сказать, что и сейчас процесс усовершенствования состава денежной бумаги не остановлен. Для производства, выпуска и хранения денег используют высокие технологии, было отмечено на открытии выставки. На сегодняшней выставке представлены действительно ценные, уникальные экспонаты. Это монеты, выпущенные монетным двором Центрального банка России. Кроме монет, банкноты вызывают чувство такого, знаете, оживления, потому что они несут намного больше информации. Это представители яркого такого примера мастерства отечественной полиграфии. В оформлении банкнот сочетают красоту и практичность. К выбору формы и размера монеты и купюр относятся скрупулезно. Все сомнительные денежные знаки, которые в кредитные организации поступают от населения, все, что порванное, обожженное, сомнения в подлинности, все приходят ко мне, и я даю заключение. В день открытия выставки предусмотрели мастер-классы. Эксперты отделения рассказали и о том, как защищают деньги от подделок. Объяснили, как в наши дни можно самостоятельно проверить банкноту на подлинность. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия. В амфитеатре Черкесска состоялся ежегодный детский благотворительный фестиваль «Мой особенный ребенок», приуроченный ко Дню защиты детей. Он проходил в рамках акции «Спешите делать добро». С праздника детства, Дарья Тендит. Звонкий смех, веселая музыка и яркие наряды участников встречали гостей на праздничном концерте. Ребята с нетерпением ждали начала мероприятия, переживали и долго готовились, репетируя свои номера. Юные артисты подготовили для зрителей красочные праздничные песни и танцы. Детский фестиваль собрал всех творческих ребят нашей республики.
День защиты детей – праздник счастливого детства. Это не только один из самых радостных праздников для детей, но и напоминание о том, что дети нуждаются в защите и заботе. Организатор мероприятия Руслан Байрамуков рассказал, что благотворительный фестиваль проводится в нашей республике уже второй раз. И участие принимают дети с ограниченными возможностями и сироты. Детский благотворительный фестиваль «Мой особенный ребенок» при поддержке организации «Счастливо детство, добро детям». Международный день защиты детей в нашей стране празднуется в первый день лета. Дети – самое ценное, что есть у нас. Именно поэтому важно делать их жизнь лучше, дарить им яркие, незабываемые эмоции. Я надеюсь, что фестиваль станет традиционным и подарит детям хорошее настроение, рассказала Анжела Домалаева. Цель этого фестиваля – собрать творческих детей со всей республики и дать им возможность раскрыть свои таланты, показать, что они умеют, несмотря на то, что у них, возможно, есть какие-то ограничения, им, возможно, тяжелее дается их творчество, их ремесло, но мы как раз даем им поддержку. В завершении мероприятия организаторы и волонтеры вручили юным артистам сладкие подарки и сувениры. Фестиваль станет ярким воспоминанием для зрителей и участников концерта. Традиция празднования Дня защиты детей еще раз напоминает о том, что каждый ребенок заслуживает счастливое детство. Дарья Тендит, Али Востанов, Вести Карачаево-Черкесия. В Черкесске впервые состоялся военно-спортивный турнир в память о героях, погибших во время проведения специальной военной операции. В турнире участвовали команда студентов из колледжей республики. Смотрите подробности. Торжественное открытие турнира состоялось в актовом зале медицинского колледжа. Гостями мероприятия стали представители военного комиссариата, администрации учебных учреждений, студенты. Соревнования проходили в память о тех, кто погиб, защищая свою страну. Молодежь должна видеть, знать и чтить наших героев, отметил и сам Амчуев. Сегодня вот будет проводиться мероприятие среди колледжей республики, будет соревноваться на призы и на кубки. В числе приглашенных были участники специальной военной операции. Салтан Истуганов – военно-медицинский работник. Находясь там, он спасал жизни раненым. Салтан Истуганов вывозил бойцов в безопасную зону, оказывая медицинскую помощь, доставлял необходимые медикаменты. Хотел, чтобы все были живы и здоровы, поделился он. Очень приятно смотреть, как нас поддерживает наша республика, поддерживают наши боевые товарищи, которые приезжают. Также очень приятно сказать спасибо тем людям, которые отправляют нам письма. Все, что вы отправляете нам, это медикаменты, там, продукты, все доставляется. Мы распределяем, и нам очень приятно. Огромное спасибо вам. Одной из форм патриотического воспитания молодежи является проведение военно-спортивных соревнований. У каждой команды была единая форма, эмблема с названием. Ребята соревновались в правильности выполнения упражнений, в четкости строевой подготовки, проверили свои знания в тематической викторине. Готовились мы недолго, но тщательно. Выучили песню, научились ходить, как в армии, признается Дмитрий Трошин. Цель нашего, получается, участия не цель победить, а цель, чтобы каждый человек знал то, что как бы все народы едины. Своими впечатлениями о проведении мероприятия поделился один из членов судейского состава турнира, ветеран боевых действий в Афганистане Рамазан Бадахов. Я считаю, очень на высшем уровне. Все нормально, подготовленные. Ну, на 5 не знаю, но твердая четверка точно. Команды, занявшие призовые места, наградили кубками и ценными призами. Спортивно-военный турнир в память о героях, погибших в зоне проведения специальной военной операции, станет традиционным. Дарья Тендит, Али Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия. В Черкесске между полицейскими классами школ республики прошли соревнования «Будущие стражи правопорядка Карачаево-Черкесии». Команды школ республики состязались в интеллектуально-творческом конкурсе и спортивной эстафете. Особо зрелищным интересным стал спортивный этап мероприятия. Ребята продемонстрировали свои силы в эстафетном беге и перетягивании каната. Первое место среди шестых классов завоевала команда из аула Терезе. Среди седьмых и восьмых классов, учащиеся гимназии 18 города Черкесска, серебро у команды из Даусуза и третьей школы города Карачаевска. Третье место поделили учащиеся из поселка Кавказский и аула Кубина.
Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Земский доктор». Всего доброго и до встречи в эфире.